Друзья, всем привет! Я снова рад вас видеть на своем канале Антон Федорченко. И сегодня с вами опять рубрика «То, чем я пользуюсь, где это можно купить». Ну что, давайте не будем медлить, начинать. Поехали! Сегодня я получил посылку. Расскажу предысторию вообще этой посылки. Если вы помните, я выкладывал видеоролик с мини-рюкзаком, который я себе купил и буду его использовать, но в какой-то момент я понял, что моя любимая жена решила у меня немножко отжать этот рюкзак, сказала то, что я буду тоже им пользоваться, и я сразу понял, что мне надо искать себе замену этому рюкзаку, что-то подобное такое же, и знаете, я нашел, как обычно, долго искал, разбирался вообще, какие лучше взять, и сейчас мы будем распаковывать данную посылку и посмотрим, какую я себе замену нашел тому рюкзаку. Короче, смысл такой, то, что сейчас она как-то мне должна прилететь сверху. Вот она. Я ее поймал. Поэтому я ее открываю. Перед вами. Пакетик этот я брошу сюда. Рюкзачок от моей любимого бренда, который все тот же, как и тот рюкзак. Поэтому одной рукой это не совсем удобно открывать. Запакован так хорошо, придется рвать. Оп! Вот такой вот рюкзачок мне пришел. Рюкзак вот такой небольшой. Сразу скажу, что он на одно плечо. Сразу его на себя примерю. Не знаю, видите, не видите. Вот так он выглядит там не сразу. Как всегда, очень качественный материал. Молнии добротные. Штучка для ключей. Кармашек тут под ручки, может быть, блокнотик, что-то такое. Супер. Следующий кармашек я вам открою здесь. Ноутбук, конечно, не поместится, но поместится планшет, поместится мой компактный фотоаппарат. Здесь есть карман под паспорт, кармашек под планшетик, фотоаппарат. Вот такой вот компактный рюкзачок. Еще здесь провода под того, чтобы подключить пауэрбанк. Здесь можно его подключить. Это очень такое интересное приспособление. Почему-то два провода microUSB и USB, не знаю почему. Но вот он. Есть здесь как раз специальный отсек. И самое прикольное в том, что здесь данное гнездо под как раз этот защищен, и он выглядит вот так вот. Не знаю, видите вы или нет. Здесь вот такая вот резиновая штучка. А, здесь можно еще вот так вот сразу USB даже подключить. Прикольненько. Прикольненько. Конечно, лучше бы сделали бы уже Type-C, чтобы можно было все подключать, и тогда будет вообще прекрасно. Вот здесь, получается, это на одно плечо. Можно менять эту штуку под плечо. Кармашек, наверное, для документов, чтобы спрятать паспорт, чтобы было все в сохранности. И еще здесь есть кармашек, по-моему, где-то здесь был, под карточку. Да, вот здесь вот специальный кармашек, его можно положить под карточку. Вот такой вот классный рюкзак мне пришел. Сейчас я его чуть-чуть расслаблю. Вот такой вот, еще раз поверну спиной. Получилось еще очень... Я доволен, то, что я его заказал. На фотографиях он выглядел презентабельно классно, но живьем он выглядит еще лучше, поэтому я уверен, то, что я буду с ним ходить, буду его использовать. И самое главное, что он прошит так, что он отталкивает воду, и под небольшой дождь он спасет все ваши там документы и все ваши вещи, которые в нем лежат. Это очень круто, это очень достойно. Как всегда, ссылочку на рюкзак
я оставлю в описании, так что переходите, если вам тоже он понравился, покупайте, пользуйтесь, и я буду также дальше рассказывать о товарах, которыми я пользуюсь и где это можно купить. Спасибо, что досмотрели этот ролик, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на мой YouTube-канал. Я буду вас рад видеть везде, во всех своих сообществах. И не говорю пока, а говорю до скорых встреч.